Кеш жарық, құрметті достар, кеш жарық, құрметті спорт серғауым. Біз сіздерді Октагон 30 турнирінің ресми салмақ өлшеу рәсімінде көруге қуаныштымыз. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на официальном взвешивании юбилейного турнира «Октагон 30» в Алматы, в Казахстане. 20 мая во Дворце спорта имени Балуан Шолака турнир «Октагон 30» порадует вас 13 поединками с участием бойцов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и России. В главном бою вечера действующий чемпион лиги в легчайшем весе Хасым Ануарбек из Казахстана проведет первую защиту титула против опытного Руслана Рустамова из Азербайджана. Мы желаем удачи бойцам и переходим к официальной церемонии взвешивания. Приветствуем первую пару раннего карда. Бой в легком весе. Первым на весы приглашается Асад Кохаров из Узбекистана. Официальный вес бойца 73 килограмма. Жауынгердің ресми салмағы 70,3 килограмм. Приглашая на весы его оппонента в завтрашнем бою. Абзал Абиев из Казахстана. Официальный вес бойца 73 килограмма. Жауынгердің ресми салмағы 70,3 килограмм. Проходим на середину. Это дуэль взглядов, face-to-face. Давайте посмотрим, насколько спортсмены заряжены к завтрашней схватке. Жауынгерлерге біз сәттілік тілейміз. Мы желаем удачи бойцам. Пускай победит сильнейший. Удачи, сәттілік. Мы продолжаем дальше. Переходим ко второму бою предстоящего турнира. Бой в легчайшем весе. На весы первым приглашается Илимбек Акылбек Улу из Кыргызстана. Официальный вес бойца 61,2 килограмма. Жауынгердің ресми салмағы 61,2 килограмм. На весы приглашается его визави в завтрашнем поединке. Юнус Алиев из Казахстана. Официальный вес бойца 61,2 килограмма. Спортшының ресми салмағы 61,2 килограмм. Обменялись рукопожатиями спортсмены. Очень уважительно относятся к друг другу. Посмотрим на их дуэль взглядов. Мы желаем им удачи. Они уверены в себе, уверены в своих способностях и в своей подготовке. Удачи бойцам! Скисят! Продолжаем дальше. Переходим к третьей паре турнира. Поединок в промежуточном весе 80 килограммов. Первым на весы приглашается Абдукудир Абдуворисов из Узбекистана. Официальный вес бойца 80 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 80 килограмм. Следом на весы приглашаем его оппонента в этом бою. Темирболат Кадырбаев из Казахстана. Официальный вес спортсмена 80 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 80 килограмм. Ну что, давайте обратим внимание на их face-to-face, на их дуэль взглядов. Я напоминаю, что
два бойца в промежуточном весе. Абдукодир Абдуворисов из Узбекистана и Тимирбулат Кадырбаев из Казахстана. Бойцы уверены в себе и в то же время желают удачи друг другу. Я думаю, завтра в октагоне будут искры, будет шоу. Мы желаем удачи бойцам. Продолжаем дальше. Четвертая пара турнира. Следующий бой пройдет в наилегчайшем весе. Первым на весы приглашается Азим Осмонкулов из Кыргызстана. Официальный вес бойца 56,7 килограммов. Жаунгердің ресми салмағы 56,7 килограмм. Следом на весы приглашаем его оппонента Лазисхон Узбеков из Узбекистана. Официальный вес бойца 56,7 килограммов. Жаунгердің ресми салмағы 56,7 килограмм. Я напоминаю, что бойцы представляют наилегчайший вес. Переходим к дуэли взглядов. Успевают разговаривать друг с другом бойцы. Есть ощущение, что бойцы уже готовы приступить к поединку. Но поединок состоится завтра. Мы желаем удачи бойцам. Сәттілік! Рахмет. Пятая пара турнира. Бой в легчайшем весе. На весы приглашается Мехрдод Умаров из Таджикистана. Стрелка весов под спортсменом показала 61,2 килограмма. На весы приглашается его оппонент в завтрашнем поединке. Рысбек Байдулаев из Казахстана. Рысбектің ресми салмағы 61,2 килограмм. Рысбек на весах показывает 61,2 килограмма. Переходим к дуэли взглядов. Очень уважительно бойцы подошли к этой ситуации. Мы им желаем удачи в завтрашнем поединке. Пускай победит сильнейший. Спасибо, Рахмет. Ну а мы с вами добрались до шестой пары турнира. Бой в легком весе. Первым приглашается Ибрагим Беков из Казахстана. Официальный вес спортсмена 73 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 73 килограмм. К весам приглашается его соперник. Нурбек Тажибаев из Казахстана. Официальный вес бойца 73 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 73 килограмм. Переходим к дуэли взглядов. Очень важный момент перед предстоящей схваткой. Спортсмены настроены, а это очень важно. Мы желаем удачи бойцам. Сәттілік, good luck. Ну что, седьмая пара турнира «Октагон 30». Поединок в промежуточном весе до 68 килограммов. На весы приглашается боец из Узбекистана Мухаммаджон Курбанов. Официальный вес спортсмена 68 килограммов ровно. Жаунгердің ресми салмағы 68 килограмм. Следом приглашается его визави Ислам Героев из Казахстана. Ислам на весах показывает 68 килограммов ровно.
Переходим к очень важному моменту, как я говорил ранее, к дуэли взглядов face-to-face, который перед предстоящим поединком тоже может повлиять на исход самого поединка. Психологическая дуэль, атака между бойцами. Мы им желаем удачи в предстоящей схватке. Пускай победит сильнейший. Беспоршларга сәттілік тілейміз. Рахмет. Дорогие друзья, уважаемые зрители, мы переходим к главному карду юбилейного турнира «Октагон 30». Бой в полулегком весе. Первым на весы приглашается Арген Абдыкадыров из Кыргызстана. Официальный вес бойца 65,7 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 65,7 килограмм. На весы приглашается его соперник в завтрашнем бою. Жансерик Жақсығылұлы из Казахстана. Официальный вес бойца 65,8 килограммов. Жансеріктің ресми салмағы 65,8 килограмм. Ну и еще один важный момент. Это дуэль взглядов. Очень важный момент. В то же время очень уважительно подходят бойцы друг к другу. Очень уважают друг друга. Посмотрели, пожелали друг другу удачи. Они уверены в себе. Пускай в завтрашнем бою победит сильнейший. Сәттілік, жігіттер, сәттілік, спортшылар. Девятый поединок турнира. Поединок в легком весе. На весы приглашается Ибрагим Шайманов из Узбекистана. Официальный вес бойца 70 килограммов ровно. Жауынгердің ресми салмағы 70 килограмм. На весы приглашается боец из Казахстана Самат Мамедов. Официальный вес бойца 73 килограмма. Жауынгердің ресми салмағы 70,3 килограмм. Ну что, переходим к дуэли взглядов. Очень уверенно вышли на взвешивание спортсмены. Уважительно пожали друг другу руки. Мы им желаем удачи. Покажите в завтрашней схватке шоу. Big Drama Show. Сәттілік, мы желаем удачи. Продолжаем дальше. Десятая пара турнира. Поединок в полусреднем весе. На весы приглашается боец Нурбек Маткабылов из Кыргызстана. Хочу сказать, что боец выходит на бой на коротком уведомлении, поэтому на взвешивание он не выйдет. Мы его представили, но он появится в октагоне завтра. Приглашаем его соперника на взвешивание. Фахриддин Мардиев из Узбекистана. Официальный вес бойца 77,1 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 77,1 килограмм. Сымитируем фейс-ту-фейс. Мы желаем удачи бойцам. Желаем удачи Нурбеку Маткабылову, который прямо сейчас находится в пути в завтрашнем поединке. Он будет с нами в октагоне. Он будет разделен октагон вместе с Фахриддином Мардиевым из Узбекистана. Продолжаем дальше. 11-я пара турнира. Бой в промежуточном весе до 60 килограммов. На весы приглашается боец из России Иван Паршиков.
Вес бойца 60 килограммов. Жонгердің ресми салмағы 60 килограмм. Иван Паршиков. На весы приглашается его соперник в завтрашнем ивенте. Аслан Утигалиев из Казахстана. Официальный вес спортсмена 60 килограммов. Жонгердің ресми салмағы 60 килограмм. Мы желаем удачи бойцам и предлагаем им сразиться в дуэли взглядов в психологической битве. Пожелаем удачи бойцам, пожелаем удачи спортсменам. Как я говорил ранее, пускай победит сильнейший. Рахмет. Дорогие друзья, мы с вами добрались до со-главного боя вечера. Это co-main event. Бой в наилегчайшем весе. На весы приглашается Шодрус Шермамадов из Таджикистана. Официальный вес бойца 56,7 килограммов. Жаунгердің ресми салмағы 56,7 килограмм. На весы приглашаем его оппонента в данной схватке. Дархан Скаков из Казахстана. Дарханның ресми салмағы 56,7 килограмм. Дархан на весах показывает 56,7 килограммов. Это со-главный бой вечера. Это co-main event. Давайте обратим внимание на дуэль взглядов. Повисло небольшое напряжение в их дуэли взглядов. Но спортсмены уверены в себе. И в завтрашней схватке они обещают показать яркий, мощный бой. Желаем удачи бойцам. Дорогие друзья, уважаемые зрители, мы с вами добрались до главного боя вечера. Титульный бой в легчайшем весе. Титульный поединок в легчайшем весе, еще раз повторюсь. На весы приглашается претендент из Азербайджана. Руслан Рустамов. Боец на весах показывает 61,2 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 61,2 килограмм. На весы приглашаем чемпиона лиги «Октагон» в легчайшем весе. Хасым Ануарбек из Казахстана. Чемпион на весах показывает чемпионский вес 61,2 килограмма. Жаункердің ресми салмағы 61,2 килограмм. Я напоминаю вам, что это главный бой вечера, титульный поединок. Хасым Ануарбек и Руслан Рустамов. Хасым будет защищать свой титул, а Руслан попытается отобрать. Мы им желаем удачи, пускай победит сильнейший. Я уверен, что завтра в титульном поединке будет шоу, и бойцы покажут весь свой талант и весь свой потенциал. Желаем удачи! Сәттілік, давайте еще раз пожелаем удачи бойцам. Уважаемые зрители, спасибо, что присоединились к официальной церемонии взвешивания юбилейного турнира «Октагон 30. Турнир пойдет 20 мая и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах Box TV, Prime Fight TV, Q Sport International,
Q-Sport Arena, Спорт Узбекистан, на нашем YouTube-канале Octagon TV, а также на сайте телеканала Каспорт. Билеты доступны на сайте заказбилетов.kz. До встречи!